Обычная снаружи двухкомнатная квартира в Симферополе внутри оказывается совсем необычной. Ее уникальность в концентрации кошек на квадратный метр. Здесь проживает 55 животных. Помимо кошек здесь живут три женщины. Хозяйка 66-летняя Раиса Жукова и ее дочка и внучка. Кошек Раиса начала подбирать на улице около 10 лет назад. Большинство из них были с травмами. Женщина их вылечивала и уже не могла выпустить обратно. К тому же на улицах их специально травят. Все ее кошки стерилизованные либо кастрированные. Но у них очень хорошая энергетика. Интеллект у кошек. Позавидует любой человек. Еще и нужно понимать кошку. Раиса говорит, начала отдавать всю свою любовь животным, пережив предательство любимого человека. Вот чем больше я общаюсь с животными, тем больше я разочаровываюсь в людях. В животном можно видеть настоящую преданную любовь, порядочность. Никогда не предаст животное, никогда не обидит, как может обидеть человек и предать. Они отличаются от людей тем, что не умеют предавать. Раиса – частный предприниматель и единственная кормилица в семье. Денег на содержание кошек хватает с трудом, но ради своих подопечных готова терпеть неудобства. Что я первое сделала, это я продала все золото своей молодости. Там сережки, колечки, цепочки, потому что нечем было кормить, нечем было лечить. Я считаю, что золото – это ничто, и деньги тоже по сравнению с жизнью. Человеческая жизнь. Или кошачья жизнь, или собачья жизнь – это жизнь. Она дается всего один раз, ее нужно беречь. Сейчас сама Раиса имеет серьезные проблемы со здоровьем. Недавно она обратилась к людям за помощью в содержании своих кошек через крымские СМИ, а также в соцсетях. Она готова отдать некоторых животных в добрые руки или же примет любую помощь по их кормлению. Эти шкуры, эти шапки, да, воротники.